Всем привет, Селестиан. Сейчас попробуем задуэлиться с Мункином. Стартанем сразу с Сала и улучшенного Эмеда. Так, взял Баркскин. Не знаю, зачем он Сайклон завязал. Попробуем в трапа посадить. Еще Манки Стан. Бланкет есть. Сайклон. Ну, вроде и все. Феронем. Не знаю, поставлю две трапы. Так, куда он утек-то там? Так, еще раз сейнт. Сало. Блин, корова убежала. Фак. Давай еще раз, бро. Окей, идем еще раз. Начинаем со скатера. Идем с Сало. Что-то он завязал какую-то хрень, типа NG что-то завязал. Да, видим, что он переключается у Мункина, тут же идем. Фак. Значит, пошел по нему бурстить. Тринкует. Да, не тринкует, мы поедим. Опять идем через Сало, сейчас Манки Стан. Да, успел я его фирануть. Фиранем еще разок. Бланкет. А, бланкета нет, точно. Снейки нам не дадут ничего сделать. Cyclone. Да, это печально, печально. Да, попался он в трапу сам. По счастливой случайности. Идем через Сало по нему. Даже не знаю, бро. Даже не знаю, ман. Что-то ничего нет у меня. Либо он меня, либо я его. Да, я его. Жесть.